Всем доброго времени суток, вы на канале Lex Craig, с вами Lex, и сегодня, либо вот недавно, вышло обновление на Horizon, на ПК-версию, понятное дело, и пофиксили очень много всего, это круто, спасибо, разрабы, но, разрабы, за что вы удалили все сохранения абсолютно на моем компьютере, я не могу теперь поиграть, мне приходится проходить игру заново, но, ребятки, вы зашли на этот ролик, соответственно, чтобы пофиксить эту проблему, и да, и сегодня вы ее пофиксите. Надеюсь, что вам этот способ поможет, потому что он мне помог. Ладно, не буду затягивать этот ролик, если вам это все поможет, то ставьте обязательно лайк. В общем, суть такая, то что разрабы, они сделали новые папки, где теперь будут находиться ваши сохранения. А старые папки, они остались нетронутыми. Но они забыли перенести в новые папки ваше сохранение. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И сейчас вам покажу, как это все решается. То есть, как нам сделать так, чтобы наши сохранения старые все перенеслись в папку, в новые папки, и чтобы вы играли, собственно, как вы играли до этого, то есть не заново проходили игру. Нажимаем мой компьютер, и чтобы найти папку, где находится теперь наше сохранение, нажимаем документы, нажимаем Horizon, все, нажимаем сюда, нажимаем Save Games, ну или Save It Games, ну вы поняли, да? Вот они, наши сохранения. Теперь это новая папка с сохранениями. Теперь нужно нам найти папку со старыми сохранениями. То есть нам нужно найти папку, где вот наши сохранения валяются. Это делается для того, чтобы перенести их в новую папку. Ну, я постараюсь подробно все объяснить, чтобы вы понимали. То есть ищем теперь старую папку. Нажимаем C. Нажимаем Users. И ищем, ну, наш никнейм, ну, или, не знаю, профиль компьютера, ну, вы понимаете. То есть, вот у меня Мирон. И ищем OneDrive, или OneDrive, я не знаю, как это правильно. Нажимаем, и вуаля. Вот она, папка с Horizon. Странно, кстати, называется очень, но не обращайте внимания. Нажимаем на нее, нажимаем еще раз сюда. И вот они, наши старые сохранения, то есть наши, точнее, сохранения, которые должны были быть здесь, они остались здесь. Ну, и у меня их сейчас нет, потому что я уже все это сделал. Вы нажимаете сюда, и у вас здесь появятся, ну, вот такие же папки, только они будут заполнены вот этим вот, что сейчас вот здесь находится. Вы все эти папки, которые здесь, ну, то есть старое ваше сохранение, все берете, копируете и переносите сюда с заменой файла. Подтверждаю, заменой файла. Все, как только все это вы перенесли дело, вы это все закрываете. Все, это нам больше ничего не надо. Теперь нажимаем «Играть». Игра запускается, и вылазит окно Steam, загрузить в облако, либо загрузить на компьютер. Вы нажимаете загрузить в облако iCloud. Все, после этого оно загружается, и игра запускается. И все замечательно, все работает. Я это протестил у себя, у меня все замечательно. Если у вас какие-то другие там проблемы и так далее, пишите об этом в комментариях, будем, ребята, решать, постараюсь всем помочь. Но если также это вам решение помогло, то пишите об этом в комментариях, что да, все помогло, спасибо, чувак, вот. И я надеюсь, что оно реально вам поможет. Также ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, трансляции и так далее. Все, ребятки, надеюсь, я вам помог, я ухожу. Ребятки, да, да. Давайте, ладно.